Женька, привет. Ману Уважаевич, тоже привет. Ну, в общем-то, я Олежка. Вот трое, кто в теме вообще понимания, что я тут делаю, какие манипуляции произвожу. Жень, ну вчера, в общем-то, я считаю, что ты его закрыл. Это калибровку ты в конце посмотрел, там 71 килограмм. Но до касания плотного было там 72 с копейками, 72 килограмма. Так что можно считать, все-таки это, наверное, даже ближе к 72. Вот этот вот такой эспандер, он стал помягче, потому что все-таки в конце дожима вот эта пружина, вот в эти витки, она не так стала упираться, ВД-шечка, она это дело убирает. Поэтому просто чаще надо пробрызгивать, чтобы этого момента не было, и тогда с ним можно уже чисто разбираться. Но я же забыл, что у меня-то силорук 140 есть, силоруков 140, вот он. И расстояние то же самое. Вот, кладу. Один в один, там, миллиметр, может быть. То есть, если это там 55, 56, это 56,5. Ну, в общем, это вот маленькое расстояние. Но вот этот, походу, тяжелее. Поэтому, давай вот сейчас, вот он, силорук 140. Поэтому я и хочу, чтобы ты, ну, ты, мы попробовали. Ну, этот, понятно, что, скорее всего... Но опять же, мы его тоже попробуем, ты его закроешь точно. Ну, датчик, видишь, как он не отработал. Но на камеру, там на определенной секунде я Ивану показывал, видно, что закрытие было. Микронного просто мощного сжатия не было. Но ты просто до этого 67-й хлопнул, 70-й. Подряд, причем это все делается, без отдыха. И, соответственно, тут восстановиться не хватает вообще сил. Поэтому давай посмотрим, что вот у нас на 140-м висит. По нулям делаю натяжку, смотрим, что нам выдаст по килограммам, сможем ли мы его закрыть. Проклеены ручки нормально, но ну зашибись. То есть тут то, что я хотел. Вот он, микрон просвечивается, вот видно, что вот, закрытия нет, касания не было. 74 килограмма, ну совсем бомбически. То есть именно вот как раз на полное испытание я, конечно, не думаю, что 74 килограмма умножить на 1,5. Интересная, красивая цифра такая, 111 килограмм. Ну вот, четко и проверим. Хватит твоих сотки. В общем-то, рабочие сотки. Ты приезжаешь в районе сотки, давишь там 98,5, 101, 102, но это очевидно. Хватит тебе в плюс именно четко 10 и более килограмм уйти на закрытие узкого эспандера без остановки. Давай, Жень, жду тебя. Саккумулирую энергию, приезжай. Попробуем, хлопнем, не хлопнем, но будем знать. Если с этим получится, то я думаю, что мы придумаем, как еще на пару килограмм повысить. Все, давай, Жень, ну пасаран, встречаемся в обители.